Всем привет! С вами Марина из Диномамы. Сегодня я покажу вам стильную зимнюю куртку для мальчиков от Рейма. Давайте посмотрим. На капюшоне резинки. Сам капюшон отстегивается. Внутри подкладка из флиса. Манжеты с резинкой и липучкой. Их можно отрегулировать по объему. Внутри подкладка гладкий полиэстер, а по кромке флис. Рукав крой реглан, два кармана на молнии, задняя кромка длиннее, чем передняя, защитная планка молнии на липучках, защита подбородка от защемления. Мягкий флис на внутренней стороне воротника. Этикетка, где можно написать имя ребенка. Подкладка гладкий полиэстер в теле и в рукавах куртки. Утяжка по линии талии. Это шнурок, резинка с пуговками. И нижняя кромка утягивается с помощью эластичного шнура с фиксатором. Так вот утягивается и закрепляется. Шнурок не болтается и не мешает. Рейма, как всегда, все продумала. Что у нас сзади? Капюшон отстегивается, рукав реглан и светоотражающая эмблема Рейма в нижней части куртки. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание.